Так, все, запустил. Что, в тачку садиться, что ли, надо? Ну да, ты за руль. Ну, как обычно, хоть тачка новая. Угу. Разнообразие. Правда, что везде павы ули, у них тут непонятно. А, не знаю. Вот какая-то любовь прямо, блин. К повосторонним улям, блин. Это да. Так, 300 метров нам ехать с тобой. Надеюсь, кругаля не дадим. Там какой-то кризис, блин, теперь. В зомби. Да не, не очень похоже. Кризис красивее. Не, ну я по джунгли из первой части, блин. А. Еще вот эти тачка, блин, такая же тачка, там типа таких были. Да-да-да. А, кстати, быстро приехали, однако. Да тут почти прямая. Ты только смотри, где останавливаться, там прямо над флажком надо остановиться. Вроде вышло. Че, зомби убивать, что ли? А, ну вроде внизу там что-то. Есть что хорошее. Так. Тут какой-то хам. Вон, они в речке. Тебе подлечиться не надо, вот это энергетические напитки, если что. Да, у меня, подожди, у меня, да, во-первых, энергетик возьму, а во-вторых, вот аптечка там где-то. Корзину пока вот в эту загляни. Так. Отлично. Ты там уже всех месишь? Да чё, обычные зомби. Ну, для меня сейчас обычные зомби проблем много доставляют, как ни странно. А нет, толстяк еще. Я умираю вообще часто. Толстяк, толстяк. А, ну да, толстый, толстый это. Ну-ка посмотрим на мое оружие. А, ему пофигу. Ладно, стрелять тогда не буду. Да нет, стрелять я это уже пробовали. Это от патронов на него. Давай вот так зарубим. А, он наблевал на где меня. Где же моя бита? А, все, уже зарубил. Ну, мачете фиолетовая. Слушай, у тебя же специализация на этих, на ножах же, да? Да, на ножах, да, на остром. Может, тебе мою фиолетовую мачете вторую отдать? Мне она сану нафиг, по сути, не надо. Да зачем? Она хорошая вещь, потом пользоваться сам будешь. Так, нам сюда. Блин, я из контакта, кажется, не вышел. Сообщение кто-то пишет. Чпокает звук. А хотя пусть пишет. Чпок. Чпок. Да нормально. Я один раз из Стима не вышел, мне кто-то написал. Да, а, такой так это ж ты мне написал. А, ну да. Это ж ты мне тогда написал, когда я блокмезу записывал, ты мне пишешь, извини, что прерываю. Ну так ты ее и не дозаписал. Не, я записал, но когда ты мне написал, я оборвался на том моменте, ответил тебе и все, и дальше продолжил. Вот и куда она побежала дальше? А потом я до конца так и не... Ну, ей-то пофигу на зомби. Ну, она да, как будто бы не видит. Ее изнасиловали, ей пофигу, а зомби-то это так. Да, это вообще фигня. Так. Что-то какие-то джунгли, болота какие-то. А в продолжении, кстати, там тоже что-то с болотами, скриншоты какие-то есть. Надо будет посмотреть. Да вон, в Стиме зайди, посмотри. Я там только трейлер видел, там а и скриншоты не смотрел. Трейлер. Опять толстый. Чё-то я только пробежал сюда, и у меня осталось уже закрылся. Блин. Её толстый с одного выстрела, блин, вот и свою убил. Это чё за жесть? Она продолжала бежать, блин. Да, иди разберись с ними, я пойду опять. Блин, поближе выпью. Не могли закинуть. Ну, видимо, не могли. Как... Какие-то странные у разработчиков понятия об хорошей игре. Честно я скажу. Да, в комментариях уже говном назвали. Да. Не, я в чем-то согласен, игра, конечно, скучноватая, больше для кооперативы чисто. В одиночку. Вначале было интереснее. Ну да, вначале. Сейчас интересно только тем, что огнестрел дают. Хотя огнестрел здесь, в принципе, тоже не нужен. Да тут вообще при желании можно в рукопашку все пойти. При желании. С нормальным компом. Так, ты толстяка завалил? Да толстяк сбитый вообще. 600 баксов. Ну давай, беги, Форест, беги. Побежали за ней. Так, у меня сейчас персонаж постоянно где-то застревает. Да у меня то же самое.
Сейчас главное, чтобы она опять не окочурилась. Мне интересно, с какого раза мы эту миссию пройдем? Не знаю. Еще больше интересно, насколько эта серия затянется. Да что ты все время застреваешь-то, а? Начинается, она бежит без оружия, без всего, так спокойно. Как прогулочка по лесу, блин. Ну. Я бы тоже так бегал по джунглям, если бы только на мне костюм, как у этого, у Номада из Крайзиса был бы. Ну или как у Железного Человека. Да-да-да. А тут она так и в этом, в комбинезончике, лучше, конечно, маечке, как у Железного Человека. Намного. Ну это да. Я помню, в Крайзисе такая пушка была веселая, пушка Гаусса. Там уже она где-то в середине игры, по-моему, что ли, те ее первый раз выдавали. Вот она мощная вещь. С ней было вообще не страшно ходить. Чё? Куда она, блин, делась? Ух, ё, она уже убежала там насколько, ё-моё. Надо догонять. Тут бы дробовик сейчас. Вообще проблем не было бы. Я знаю твою любовь к дробовику. Не, ну а чё, один выстрел в голову, и трупак готов. Смотря в какой игре. Ну да, в этой тут если корить не вылетит, то там понадобится много выстрелов в голову. Да-да-да. Здесь это вообще бесполезно. И в том же Borderlands там тоже только критами спасаешься. Просто так стреляешь, не с первого выстрела убиваешь. Так. Чё-то я эти джунгли уже ненавижу, если честно. Ну ты же говорил, это Крайзис, вот. В Крайзисе все было красиво, а здесь говно какое-то, на самом деле. Я и Крайзис-то не особо люблю. Там-то толком ничего особо и не было. Кроме графики. Не, мне первый Крайзис нравится тем, что там есть там деревья, можно повалить некоторые здания. Ну, как-то... Мясо как-то зашел. Интересно там. Я ее прошел 20 часов, но не убил, но я ее прошел. Вторая часть уже не очень. По мне, так скажем. Я вторую так до конца, кстати, не дошел. Надоело. Я тоже. Что-то где-то, когда там ночь какая-то в городе, блин. Все эти наушки летают, или как их там назвать? Да-да-да, я знаю этот уровень. Я его прошел, а дальше уже забросил. Ну вот я на этом уровне забил. О, мужик. Как раз тот чувак, которого мы искали. Ну, открывай дверь. А, во, открыл. Матутеро, где Моуэн? Тут чертеж, старый добрый ломик. Возьми он. Сейчас я вижу. Старый добрый ломик, блин. Угу. Так, починиться, может, лучше сразу. Да, давай починимся. В принципе, мне только оружие надо починить. Ё-моё, 400 баксов содрали за фиолетовую биту. Ещё не хватает 1200, чтобы её модернизировать до конца. А тут деньги передавать можно? Нет, вроде, только вещи. Дебилизм. Ага. Забрали наши последние пушки. Но, к счастью, люди Афрана не ушли далеко. Мы слышали по радио, что их машина застряла в болоте, и они сидят там в ожидании помощи. Идите туда, заберите наше оружие, и я скажу вам, как найти Моуэна. Ну что, идем? О, за это дадут автоматическую винтовку зеленую. И 6500 опыта. Так, а у меня какая? Белая. Как и у белая, меня. Да. У меня только пистолет зеленый. Магнум. А у меня белый. Не, винтовочка зеленая сейчас пригодится, конечно. Угу. Я ее даже улучшу, наверное. Ну, если денег хватит. Ну, это да. Так, нам, по-моему, вот сюда. Пешком, походу, что ли, поедем? Ну, походу. Тут вообще куда-то в бок уводит. А, напрямую. Через заросли какие-нибудь.
Тут всякие дополнительные квесты. Да ну. Нафиг они нужны. Это еще частей на 20-30 так. Будет тогда. Это да. Тем более дополнительные задания-то там, что, как обычно, принеси то, принеси все, убей того, убей сего. Блин. Зато дополнительный опыт, да, денежки. Опа, зомби. В хоккейной маске. Чё-то выносливость так. Вообще быстро кончаться что-то стало. Да вообще. Вначале такого не было. Я не знаю, то ли это от оружия зависит, то ли от чего. Да не, вначале такого даже не было. Ну. Так. У тебя, кстати, здоровья вроде мало. Да, всего 3 этих хелса, 3 квадратика. Аптечка подлечить. Надо будет что-то с этим или сделать. Или я давай тебя подлечу. Да, у меня есть, я подлечу сейчас. Хоп, хотя окна. Бы одну. А то, как обычно, как он взрывающийся выйдет, убьет. Да-да-да. Как всегда. Так. Экипирую тогда гранату в одну ячейку. Тут фрукты лежат, фрукты вон возьми еще, если надо. И захавываю. Ё-моё! Чё? Я кинул гранату. Как меня не убил, я рядом тут стоял. Ты такой, это фрукты, и я прям в тебя кидаю. Ты куда? Твою ж мать. Ну понял, всем позор. Просто прикинь, я, короче, нажимаю экипировать, жму на ячейку, все, молотов вставляется в ячейку, я жму назад, просто левую кнопку мыши жму назад, и когда у меня окошко закрывается, у меня персонаж сразу молотов кинул. И гранату также. Меня, видно, только заграждение спасало. Ну-ка, а с алкоголем как будет? Блин, ну теперь у нас массового оружия вообще нет. Нормально. Граната нет, молотова нет. А мы им все равно не пользовались. Не, ну так мало ли, толпа какая-нибудь не возит, что. А, здесь лестница. Или какой-нибудь живучий гад. Да таких здесь нету, там только последний ящик, босс, ящик. Насколько я знаю. Ящик. Я открою. Или много живучих гадов, мало ли всякое бывает. Тайга, милых по милу. Палец обычная зеленая я взял. Тебе нужна? Да не. О, баллон, отлично. Сейчас подавлюсь, что поставлю. Кидай, стреляй. Ну там один зомбак какой-то, мать его. У него жалко достать. Нет, их там трое. А, того я сейчас. Их там трое. Блин, да че меня накрываешь сразу? Откинул. Ты не видел, как это выглядело со стороны. Ой, блин. Че смешного вон вообще не нанесло. Ой, просто так отлетел. Эпично. Так, ладно, я спускаюсь. Деревянная доска. Да нафиг это надо? Ну нафиг надо. Там и вон вообще смех. Толстый. Да я вижу. Подходим, бьем. А, здесь еще один баллон. Прям за ним. А. Так че я вожусь-то? Но. Не сдох. Ты взорвал? Да, взорвал, он не сдох. А, им... Ладно, убили. Это было несложно. Толстые тут вообще какие-то жадные, с них вообще ничего не падает почти. За всю игру. О, фрукт. Вот фрукт я съем. Это что за осьминожка? Какой красавчик, а? Да вообще, не говори. Так, ну что, начинаем? Да. Что? Что-то у меня выносливость кончилась. У меня сейчас все кончится, создал вместе. Что-то он мощный. И как обычно, ничего. Это да. Так. Куда мы опять?
Что-то мне это не нравится. Ща лишь бы не несколько таких говнюков. Ага. Да нет, несколько, по-моему, не будет. Сейчас. Так, давай здесь постоим, подождем. Сейчас я вернусь. Все, я включил. У тебя такой голос, как будто бы ты спал, пока меня не было. Если бы. А что делал? Да, в инвентаре всякий хам сгребал. На паузе. А у меня там, ну, дофига всего. Тут смотри, один так до флажка 46 метров, при этом нам еще можно пойти в другую сторону 300 метров. И найти что-то там. А что там? Что? Слушай, мне одному показалось, что сейчас здесь стоял зомби, и как только я подбежал и дал ему пинок, он исчез. Да вроде стоял. Видно через стексу полез. Я тоже думаю. Опять огнестрельные. Окей, будем справляться как-нибудь. Да что? Куда он пошел вообще? Он там стоял. Че за херня? Да вообще, что-то вообще не то. Так, слушай, давай как в прошлый раз. Ты в прошлый раз без огнестрела всех убил. О, автоматическая винтовка дефективная. Фигня. Дробовик, убил. Дробовик, бери. Они тут хорошо устроились. Не спорю. Так, надо дробовик опробовать. Надо здесь, кстати, что-то взять. Так, я сейчас дробаш опробую. А, вот. Ящик с оружием. И куда-то его надо нести. Дробаш 25 уровень требует. Надо потом оденешь. Видно туда, где 400 метров идти и нести. Слушай, блин, это проблематично, давай ты будешь стрелять, я буду нести. А, вот сюда. Если ты не против, можем поменяться. Ух, тут их штук, блин, их штук 5 нафиг. Давай, ты справишься. Там еще и зомби. Чё-то. Я одному крит прописал. Так, ну вот зомби, это, конечно, не в тему сейчас. Это да. Она, кстати, сзади меня. А я с ящиком не могу быстро бежать. Короче, я умер. Ай-яй-яй. Оно там не одно. Я бегу к тебе. Чё-то у меня две ячейки здоровья. Уже-то и восстанавливается немножко. Блин. Нормально, так нормально. Так, пожалуй, сейчас опять. Так, все, я понес ящик. Сейчас полечусь. Слушай, а тут еще один ящик. О, машина же, точно. Блин, тут еще и толстый. Нафиг его, нафиг. Благо, машина есть. Ставь ящик, довалим нафиг. Да я два поставил. Поехали. Так.
Ой, не туда. Не в ту сторону. Нормально так. Тут огнестрельное фиолетовое есть, интересно? Да, конечно, есть. Здесь все оружие делятся на такие подгруппы. Ну это, наверное, вообще под максимальный уровень, какой-нибудь уровень 40-й, 50. Нет. Да, огнестрел фиолетовый, скорее всего, так. Ну, по-моему, я не помню, что круче, либо фиолетовый, либо оранжевый. Потому что фиолетовую вещь... Ну, за всю нашу с тобой игру я по фиолетовой и оранжевой вещи находил по одной штуке. Да и синих всего несколько штук нашли только. Да. Ну, у меня сейчас одна, по-моему, есть. Да, это нож для тростника. А нет, две. Еще и молоток есть. Ну, оранжевый — это, как обычно, в унайновых игл. В грыгах легендарное оружие, что ли, блин? Ну, все возможно. Я палку какую-то находил оранжевую. Она, в принципе, была эффективная, но палка просто еще не модернизированная. Ящик, да, походу. Ну-ка, где? Ты что-нибудь видишь? Ни хрена не вижу. А я понял, достаем ящики из машины. Их поставить надо просто. Хрен догадаешься с первого раза. Что? Решили свои дела? Вы справились. Вы действительно сделали то, о чем говорили. Тогда и я выполню свою часть. Что у нас тут? И биты по башке получишь. Так, что-то сейчас я скилл прокачаю. Что бы выкинуть-то, блин? Так, я прокачал. Ща. Сейчас я автомат одену. Так, а ту другую винтовку автоматическую, наверное, подать, наверное, проще. Ну да, наверное. Сейчас я еще улучшу ее, нафиг. Сейчас я тут с оружием разберусь. Так. Нормально. Автоматическая винтовка. Чё? У меня наличка 2000 баксов. Мне пишут, недостаточно денег для следующего улучшения. Я даже первое не улучшил. А сколько там надо денег на улучшение? Я не прикинь, там даже что-то, это, наверное, блин, штуки 2 с лишним на первое улучшение. Это только на первое. На первое улучшение, я тебе сейчас скажу, только не удивляйся. 3268 баксов. Ой, нахрен. Такое счастье. Угу. Поговорим с этим чуваком. Но это будет непросто. Чтобы добраться до него, нам нужен катер, а единственный катер угнал этот ублюдок Афран. Если хотите поговорить с Моуэном, придется вернуть катер. Справитесь? Да. Ага. Отлично. В Крокодиловой долине есть только одна деревня, стоящая у реки. Я полагаю, что вы найдете Афрана именно там. Сомневаюсь, что он откажется от катера. Идите. Считай, тебе повезло, что ты все... Крокодилов, надеюсь, тут нету? Честно, я не помню. Те за руль. Ну, как обычно. А то. Не, надеюсь, крокодилов хотя бы нет. Особенно крокодилов в зомби, блин. Не, таких тут точно нету. Да и обычных крокодилов, по-моему, нету. Нет, зомби-крокодилов. Только сейчас, по-моему, кого-то убивать будем. Не, ну те зомби новые, которые... У которых рук нету. Они что-то очень живучие. Ну правильно, новый тип же. Ну это да. Толстяки тоже раньше более-менее живучими были. А сейчас биту с гвоздями взял, по башке надавал и все.
Так. Вообще, куда мы едем? А хрен его знает. Какими-то кругалями вообще. Что-то эта карта вообще очень даже похожа на... Так. По нам стреляют, я застрял. Поехал. Я застрял, блин. По нам стреляют? Кто по нам стреляет? Я умер. Машина застряла. Блин. Лучше бы другую тачку сейчас найти. Чё-то меня сейчас галкнут. На те с ноги по роже. Не грохнут, уезжай, я тебя догоню. Да нифига. Я спасаю тебя, уезжай. Я хочу этому моменту как можно больше пафоса. Так. Нормально так, да? Все, можно. Можно двигать дальше. Было бы на чем тачку все побил. Да ладно, доедем. Они здесь, по-моему, не взрываются. Надеюсь, а то она уже дымится. Это плохо. Уже почти приехали, вроде. 100 метров. Да. Хоть бы это были реально уже... Ой, блин. Сколько у вас тут? Ну да, приехали. Ух, и опять стрелять. Ну а что нам еще делать? А сзади еще и зомби. Тут благо тачка починенная есть новая. Так, одного снял. Сейчас меня снимут. Нет, нормально. Что там, 100 баксов. Куда он спрятался там, мать его? Как обычно, текстура. За тобой зомби. Дай хер с ним. Да ему там ударчик остался. Есть, он умер. Чё-то он с автоматом. Что, достанешь его? Да всё. Зато патроны к автомату должен получить. А, у неё М16 тут было. Тебе нужна М16? Нет. Да их тут дофига. Так. Так, пойду-ка подлечусь нафиг. А че я вожусь тут этот, как его? Пулемет. Ты еще живой там, а? А я говорю, что ты отложусь, тут пулемет есть. Че возиться? Нормально так, а? Меня тут отвлекают постоянно, сегодня по какой-то непонятной причине. Так. Знаешь, я, пожалуй, возьму М16. Тут вон закуска рядом лежит, если надо. Так. Ага, и закушу. Ты что, всех поубивал? Ну да, с пулемета-то. И даже мне не оставил. Вон тут патроны валяются, если надо, дофига патронов причем. Где вот я сейчас я стою. Вон он. Да-да-да. Так, пистолетные патроны. Блин, они только пистолетные, жалко. Да чтоб вас... Есть.
Так, можно с нее пострелять. Только враги все равно почему-то стреляют лучше меня. Да, они читеры просто. А, вон. Но. Так. Одна пуля осталась. Черт. Кстати, почему-то у автоматов, ну, калибр патронов различается. Не, ну хотя это реалистично, но все же. Зато у пистолета, что и у обычного, что и у этого магнума патронов один, хотя у магнума калибр выше. Но. А, опять. Просто подыхать, мастер. Надо мем какой-нибудь придумать и ВКонтакт выложить. Да что? Так. Короче, я вообще бесполезный член нашей команды, поэтому... Ты там бегай всех убивай, я буду лишь бегать и умирать. Тут баллон есть. Отлично. Баллон возьму. Давай. Блин, почему я не успеваю появляться, уже умираю? Нереально какие-то сложные сцены. Сейчас я им фейерверку ставлю. Давай. Тут еще бочки эти нифига, стоят. О... Горящие. Ладно. Еще дюгусь, пойду в укопашку нафиг. Давай. Взял, запинал. Вон тут автомат еще один, патроны. А там-то они все с автоматами стоят. А, ну сейчас всех запинаю тогда. Давай. О, патрончики. Уйди нафиг, блин, сзади зашел, гад. Чё-то у меня виносовый скончилась, не хана. Да ладно, переживем. Опа. Как не вовремя-то, а? Нормально. Ты еще живой? Да вроде. Так. Я какой-то автомат там интересный подобрал. Он вроде обычный, но при этом у него урон какой-то такой большой. Экипировать. Так. Мне кажется, или там где-то верстак был. Да вроде бы, кстати. Дробовик еще один. Ну бери себе. На 21 уровень. А я, кстати, его уже взять могу. Так, а так что я вожусь-то нафиг, блин? Где дробовик у меня? Давай, а я себе этот. А возьму. Не, у меня на 25 уровень аж. Ну, возьми себе на 21. Я, в принципе, и с автоматом бегаю. Так. Ну-ка, попробуем, дробаш. Сейчас перезаряжу. Давай, вперед. Нихера себе. Побежали тогда. Да нога в машине застрял, посмотри. Ну-ка. Жесть, блин. Ну-ка. Ладно, побежали. Походу это единственное. Нам 100 метров еще с тобой. Я говорю, походу это единственное нормальное оружие за всю игру. Был бы он еще фиолетовый и улучшен до конца. А, и патронов по максимуму. Ага. Надо читы юзать. Нифига, что-то он не паш теперь. Один раз попал и все. Кори там видно. Но убил-то с первого выстрела. Так. Ваня, ну-ка. Это дробовик. Все, разонравился? Да не, первый раз нормально, а тут что-то какая-то уже хрень.
Так, ладно, побежали. Сейчас я его выброшу себе, возьми нафиг тогда. А, давай. Так. Угу. Все, взял. Пойдем. Может, так я хоть что-то зарешаю. Еще бы базуку найти или гранатомет какой-нибудь нафиг. Да, он что-то вообще ничего не решает, по-моему. Так, ладно, нормально. Нам еще немножко осталось. Это только кажется так. Да, хоть кажется, хоть не кажется. Немножко. Есть немножко. Блин. Ну, для меня это будет долго. Так. На. Так, патрончики. Так, я нормально вообще, так. Я их вообще в лукопошку уже мочить начал. Да, ты-то у нас как бы боевой персонаж. О, посмотри. Ну, автоматы, патроны к ним. Я один не могу подобрать винтовочные патроны. Может, а, ну да, их всего 60 носить можно. 30 в обойме и 60 в запасе. Ну да, 2 обоймы в запасе. Да. У тебя есть аптечка? Да. Дай мне одну. Блин, сейчас не убьют, если. Так, сейчас я поставлю ее на быстрый слот. Ага. Какой пафосный момент. Ну все, Негов за тобой пришел. Ага. Твою мать. Граната, да. Не очень хорошая вещь, должен я сказать. У нас сейчас что, гранатами кидаться будут? Насчет этого не знаю. Здесь, если что, есть баллон. А, кстати, давай возьму сразу. Тем более их там много. Так. Нормально так. Опа, нифига тут яблоко. Блин, тут можно просто на яблоках жить. То сока яблок, то что на них просто... О, гранаты, нифига, 3 штуки я взял. Тебе надо? Да, не, найдется еще. Я сейчас чувствую, это точно будет еще. Так, ну надо что-то сделать. Надо кинуть гранату тебе под ноги. Ну-ка, да! Ты живой? Да вроде. А я кинул гранату себе под ноги. В принципе, я этого ожидал, знаешь. Надо было это заснять. Ну, был бы у меня комп на данный момент мощнее, я бы заснял обязательно. Так как из-за его отсутствия я не могу этого делать. Туда наверх вообще как-то понять. Это очень печально. Я, да, вроде как там можно, но я не помню как. А, во, дверь. Выбивай давай. Прям под ним. Давай. А то мне надоело тут снизу торчать, блин, пусть в рукопашку их прибить. Так. Нормально так. Давай, заходи. Тут починиться, кстати, можно. Будем решать. Нормально, да, во время боя стоять и чиниться. Да, чё, не привыкать. Так, тут ладно. Чертеж, кстати. Я починил. Чертеж, вон. Феникс какой-то. Чё за Феникс? Так. Проверь. Феникс.
Звучит смешно, но я нашел способ сделать из пожарного топа оружие, которое можно поджигать врагов. О, если ввозить его и входящий туп, он вспыхнет огненным факелом. Если сделать все правильно, это будет очень мощное оружие. А я умереть успел. От этого чувака. Нужно колючее пороха, у меня есть повод, две штуки, нету. Большая батарея есть, стальной пут есть, нужен пояс еще, изолента, сигнальные ракеты, большой корон, универсальный топор, пожарный топор или викинг с юга. В общем, пойдем замочим этого чувака, кстати, в рукопашку не советуем, что-то чересчур мощный. Это не тот. А, не тот? Я имею в виду там с красным черепком, это важная цель. А я его сейчас толкну, подожди, отойди. Сейчас. Он с одного выстрела мне там почти все, столкнул, все хп сносит. Я же говорю, он какой-то мощный. Под спецспособности может. Блин, ну у меня здоровье. Чем давай попробуй. Полечиться надо сейчас. Ну-ка, если так. Я, конечно, наркоман. Ну, спасибо. Зато я его убил. И мне дали, знаешь, какой ачивмент? Гуманист. Гуманист. Гуманистами давно его не дали уже, кстати. Только сегодня. Нет, там мне сейчас дали. Гуманист. Зашибись, гуманист. Садист быстрее. Вообще. Да-да-да. Так, ладно, нам, по-моему, вниз спускаться, и там лодка должна стоять или что-то такое. Так. И что, с него упал только один автомат? Да, и то бесполезный. Самодельный нож. Давай, иди сюда. Иду. Не, ну один автомат — это что-то вообще печаль. Хотя бы бронежилет. Согласен. Даже. Были бы они полезны в этой игре. Так. Что там произошло? Отличная работа, друзья. Иди, твою мать. Так что он там дает? Деньги, 1000. Жид. Опять жадный. Да нормально, 1000 дал. Хотя, мне бы сейчас 3000. Ну да, готов. Не заставляют нигде ползать. Я подожду вас здесь. Ну как обычно, он подождет нас здесь. Угу. Пока все, а нам тут кругаля давать. Ладно, в принципе, вроде как. Недалеко. А вот он, этот домик. Вот и мужик какой-то. А, вот он. Я вас ждал. Негр. Тут сундук вон. И персональный ид. Посмотри, что в нем. Что мы вами только себе возьми зеленую. У меня у самого зеленая, и причем лучше этой. А, ну тогда нафиг. Сегодня никому доверять нельзя. Но Матутера говорит, что вы в порядке. А я ему доверяю. Ваш браток с радио ошибся, ага. Я не знаю, как попасть ни в одну тюрьму. Так что помочь вам я не смогу. Но я знаю, откуда берутся эти ходячие трупы. Если хотите, отведу вас туда. Глубоко в джунгли. Как будто нам заняться нечем, кроме как идти к зомби и подыхать. Мерзкие эксперименты. Да-да. Господними. Вот откуда берутся трупы. Это я знаю. Хотите пойти? Да, у нас есть выбор? Мне прям чешется туда пойти уже. Ага. Давайте, давай с ним сходим. Мне вот единственное, еще кажется, в этой игре не хватает, это какого? Смены времени суток. Почему? Ну блин, уже сколько играем, а тут все день до день.
А, это да. Тем более игра как бы не только что-то, а с элементами RPG же. Ну, это да. Ну и не во всех RPG день с ночью меняется, в принципе. Хотя, если подумать, нет, все-таки, по-моему, во всех. Я что-то ни одной не помню, где не менялось, чтоб. Я тоже не помню. Ну, разве что Диабло, но это Диабло, это больше слышал. Тем более там неба не видно. Ну да. Хотя во второй части, во втором акте, там один раз меняется время суток, все темнеет. Да-да-да, там было такое. Так, отправляемся. Я думаю, на этом мы можем закончить. Мы за эту серию прошли две главы, проиграли 50 минут. Как думаешь? Да, думаю, да, в принципе, чё. Тогда что, завтра в такое же время? Ну да, тогда записи отрубаю. Да, давай.